Приветствую, друзья, всех! Сегодня расскажу о новых наушниках третьей ревизии Xiaomi Piston 3, так называемые в народе пистоны. Внешне ничем особо не отличается коробочка, примерно такая же, как была в предыдущей ревизии. Данная резинка, как раньше говорили, пахнет шоколадом, сейчас ничем не пахнет. Будут, конечно, на него множество копий, подделок и так далее, так как продукция, когда известна, на ней много чего делают, всевозможных копий, особенно люди, которые попадают на копии впервые, пытаются сэкономить $1 там, или $2, купить дешевле наушники, а в итоге получают подделку, послушать, сказать, да что это за ерунда, это вообще не наушники, а ерунда какая-то, я думал, будет лучше. Поэтому важно, друзья, обращать внимание на продавца, на его рейтинг, сами вы знаете, как покупать на AliExpress, ссылки я всегда оставляю под видео. Три смены комплекта амбушюр, то есть так называемые вкладыши, или кто называет их затычки, под разные уши, под раковины, не раковины, а под ушные тоннели, так называемые. У каждого они по-разному. Но сразу скажу, что мне не очень удобно было вот в этих, не знаю почему, когда я тестировал даже наушники дешевенькие, те, которые идут Geon Elife S7, там простенькие комплектные наушники. Идут и резинки, то там плотно они садятся, не знаю почему, но эти наушники, они не очень плотно держатся в ушах, по крайней мере у меня, я менял разные насадки, то есть все три перепробовал, не очень, я скажу, что они держатся хорошо. С одной стороны, это удобно, вот такое вот решение, обратите внимание, видите, под углом, здесь загнуто, то есть будет плотно садиться, да, то есть не будет торчать из ушей, как какие-то пробки из пивной бутылки, с под шампанского вернее, а именно аккуратненько прилегать к ушам, то есть гармонично это все выглядит. Здесь металл используется. Очень похожие наушники именно в последней ревизии были пистоны вторые. Ранее было все на резинке, сейчас идет сверху резинка до вот этого вот момента прорезинена. Здесь, конечно же, пульт управления. Пауза, нажать можно громче, тише, но опять же настроить можно на свое усмотрение, смотря каким вы используете смартфоном. Я на разных смартфонах использовал, как вы знаете, у меня их много, и на каждом оно звучит по-разному. Опять же, чем дороже смартфон, чем более качественный производитель, тем и лучше звучание. Если купить какие-нибудь дешевые там наушники, да, на дорогом смартфоне слушать, соответственно, будет казаться, что отвратительное качество. Поэтому нужно использовать хорошие наушники на относительно хорошем смартфоне. Оригинально сделан дизайн. Здесь микрофончик, то есть можно разговаривать, отвечать на звонок. Желательно, конечно, использовать наушники именно с оригинальными Xiaomi-скими, именно смартфоны. Xiaomi более подходящие, как говорят, гармонично. Но по качеству звучания мне те же Meizu больше нравятся, как звучат именно в смартфонах Meizu наушники от Xiaomi. Не знаю почему. Наверное, предустановки все-таки. То есть здесь идет от центра до штекера. Длина, кстати, 1 и, кажется, 2 метра, если не ошибаюсь. 1,25 метра, да, точно. Здесь кевларовое покрытие идет, обмотка более качественная, нежели, к примеру, резина. Ну, опять же, кто как использует, если на холоде свойство резины такое, что может и тянуться, и лопаться в зависимости от температуры, то кевлар, он более гнучкий, то есть его можно вот так вот смотать, он, видите, легко разгибается. То есть это приветствуется. Ну, здесь, конечно же, резина. Ну, что, друзья, самое главное по качеству наушников. Наушники неплохие, но я скажу, что мне не скажу, что очень понравились. То есть я не вижу какого-то огромного прорыва. Я бы сказал, это немножко усовершенствованные наушники. Те, что были предыдущие, так всем известные Gold, и белые были, и Black. Но то более дешевые наушники. Лучше использовать, конечно же, Gold или данные наушники. Но для меня в минус были вот именно вот эти резинки. Они не очень плотно как-то в ушах держатся. И они имеют такое вот скользкое свойство, как вот под софт-тач, не знаю почему. То есть не обязательно уши там мочить, чтобы там плотно оно как-то садилось или еще что-то. Я в разных ситуациях использовал, но все-таки хотелось бы мне, чтобы вот эти вот резинки были как-то более плотно сидели в ушах. Поэтому они даже так вот иногда норовят выскочить. Но это опять же мое личное мнение. По поводу штекера. Ну опять же заявляю, что здесь золотое напыление. Не знаю, насколько это правда. Опять же, важно, какой смартфон. Если у вас хоть золото, хоть бриллианты вы будете использовать и подключать дешевый смартфон типа THL, то никакого качества вы не услышите. Хотя бы что-то типа Lenovo более-менее. Ну, желательно Xiaomi использовать смартфоны или более дорогие с выделенным аудиочипом. Низы здесь очень неплохие. То есть здесь такой вот баланс. Если использовать хороший плеер, хороший смартфон, то здесь более сбалансированное звучание. Здесь нет таких завышенных низов, то есть здесь не такая басистая музыка, как на других, допустим, Sennheiser наушниках,
или даже более дешевые, там простенькие какие-нибудь с фен, афотеч, не говорю уже о заряженных каких-то ушах, а именно простенькие. Здесь, так вот, все сказать, сбалансировано, то есть вот такая вот грань, всего достаточно, и низы, и верхи слышны, опять же от плеера, если хорошо настроить, то вот Meizu очень классно звучит, в Lenovo неплохо звучит. Слушал я в HTC, мне не очень, запас громкости высокий там, да, но качество хотелось бы чуть лучше. Вот Meizu здорово, у Xiaomi неплохо, ну у Xiaomi тоже важно, смотря какой. Если дешевый, допустим, использовать какой-нибудь Redrise, там Redmi, то не так хорошо. Вот третий Xiaomi неплохо я брал, долго слушал, он, по-моему, пользуется, доволен, интересуется, чтобы поменять, если смысл вообще менять. Вот. Ну, в принципе, наушники неплохие, но я не скажу, что я вау от наушников, такого эффекта у меня не было. Я не скажу, что они мне очень понравились. По звучанию они примерно такие же, как предыдущие. То есть второй ревизии, всем известная Gold версия. Да, здесь улучшилось, то есть здесь чуть мощность стала лучше. Но опять же, я особой разницы не увидел. Просто более элегантнее они стали, более моднее. Опять же, золото на любителя. А те, которые черные были наушники, на мой взгляд, они качеством ниже были, чем Gold. Поэтому, кто рассматривает недорогие, при этом хорошие, качественные наушники, именно Xiaomi, рекомендую присмотреться. Наушников очень много разных, нужно все слушать, потому что сейчас в магазинах продают наушники в коробках, а покупать наушники запакованные, это, конечно же, пальцем небо, это всегда кот в мешке. Вот такое вот, друзья, резюме по данным наушникам. Если вам интересно, ссылку под видео я обязательно оставлю. Спасибо за внимание, всем удачи, пока-пока.